Да, можно говорить. Валя, Валя, музыку слушать, чтобы еще какую? А, я не знаю, какую-то... Радио-маяк. Каста вокруг шум. Мы сейчас закроемся у себя. КамАЗ или Казахстан? И то, и все. У тебя очень много всего проблем. Так, тут практика. Ой, тут тоже спросили. А? Ну, как не, там вроде включают. Давайте тихо, тихо, все, болтать сильно, много не надо. Тихо сидим, когда рот откроем, тогда говорим, поздравляю. Теперь ноутбук там что-то раз. Тема созвонил всем. Как вы прошли на территорию? Никак. С ночи сидим. Обалдеть. Ну что, пойдем по соку? Чего мы, да? По соку? Да, да, да. Ты не спешишь? Ну, а, у тебя же вроде совещание, да? Да, через минут 20. Подожди, ну, у тебя, сейчас знаешь, совещание у тебя должно быть, мне кажется. Тут будет совещаться. Жора, успокойся. Только улучшает. Давай. Ура! На работу буду каждый день, с удовольствием.